Волга-Янцзы. Представители деловых кругов Китая и регионов ПФО встретятся в Чебоксарах. 23-24 мая в Чувашии пройдет заседание Совета в формате «Волга-Янцзы» под руководством полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова и заместителя председателя Госсовета КНР Ван Юна. Его цель – укрепление культурно-экономических отношений между регионами ПФО и провинциями Аньхой, Хубэй, Хунань, Цзинцы, Сычуань, города Чунцин. В республике уже начали готовиться к форуму, разработали дорожную карту, отремонтировали помещение Ледового дворца Чебоксары-Арена. Сейчас готовят программу форума. Основное заседание пройдет 23 мая. Его тема – ассоциация вузов Волга-Янцзы – надежный фундамент для российско-китайского межрегионального сотрудничества. Предусмотренное время для непосредственного общения. Делегация Китайской Народной Республики, представители вузов Приволжского федерального округа на три группы едут три наших вуза. Одна группа едет в Чувашский государственный университет, другая группа едет в Чувашский педагогический университет и нашу Чувашскую государственную сельскохозяйственную академию. Приблизительно где-то 20-25 человек в каждой группе. Во время часовой программы будут показаны основные направления и будет акцент сделан на гуманитарно-научное сотрудничество между нашими вузами и основными вузами Китайской Народной Республики. Наша задача, выполняя все эти обеспечительские функции, организационную, организаторскую работу, подготовиться и провести это мероприятие достойно, соответствующими на выходе, конечно, результатами нашей совместной деятельности. До заседания Совета еще месяц. Это время нужно использовать максимально продуктивно, чтобы и эффект от форума был максимальным, отметил глава Чувашии. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика.